по спине, но это было нарушением. И желтая карточка правому защитнику Спартака. И еще один момент, правда, мяч метрах в 10 позади той точки, из которой Бабер делал голевую передачу. Тем не менее, навес довольно неприятный. И гол! И гол! 2-0, да? Нет. Бежит судья к центру поля. 2-0 счет становится. Да, Заслан Джанаев выкинул такую штуку, которую только у Филимонова можно найти в архивах. В свои ворота забросил мяч голкипер Спартака 10 лет назад. Чудовищный эпизод произошел в матче Россия-Украина в отборочном. Абсолютно то же самое.